Команда ТОС «Молочный» стала победителем в Лиге территорий. Соревнования по мини-футболу прошли в областной столице в минувшие выходные. Более сотни волокжан сражались за победу на футбольном поле. За ходом игр следила наша съемочная группа. Хотя на поле любителей напор и азарт, как на профессиональных соревнованиях. Футбольные баталии разворачиваются на стадионе 3-й спортивной школы. В финальном матче проекта «Лига территорий» встречаются две сильнейшие команды – ТОС «Молочная» и ТОС «Элма». Спорт хороший такой, интересный. Главное, что молодежи очень много хочет играть, особенно в «Молочном» у нас их очень много. Ну вот, как-то надо всех ведь... Мы даже вот на площадке, которая в школе, собираемся, человек 40. Всего за два дня соревнований по мини-футболу прошло более 20 матчей. За это время участниками проекта «Лига территорий» стали около сотни активистов ТОСов областной столицы. Поддержали проект и ряд партнеров. Один из них – депутат Вологодской городской думы Алексей Коновалов. Участниками выступает сборная команды ТОСов города Вологды. Здорово, что сегодня сами жители выступают с подобными инициативами. Я как депутат готов всегда поддерживать такие начинания. Проект «Лига территорий» реализуется в областной столице с 2013 года, чтобы привлечь как можно больше волокжан к здоровому образу жизни. Уже сейчас каждый третий житель города активно занимается спортом. Это становится модным. В итоге в спортивные ряды вливается все больше людей разного возраста. Проект «Лига территорий» он реализуется именно по инициативе территориального общественного самоуправления города Вологды. То есть это была инициатива непосредственно населения. Она была поддержана городскими властями, и мы как центр по работе с населением помогли ТОСам организовать этот турнир и, соответственно, провести игры. В результате упорной борьбы первое место заняла команда ТОС «Молочный». Серебро отдали спортсменам из ТОСа «Элма», бронзу из ТОСа «Тепличный». А игроки уже настраиваются на следующее состязание. Мы готовы зимой играть. На снегу, пожалуйста, команду соберем. Мы зимой собирались просто год. Всем победителям вручили кубки и памятные подарки. В следующем году организаторы вновь планируют провести Лигу территорий. Вероника Гаврилиева, Наталья Щепкова, Максим Тышковец, Вологда Портал.